Добрый вечер, buenas noches. Сегодня в нашей программе прозвучат вещи испанских гитаристов и композиторов Пако де Лусио, Санта Амиго, Кеко, Чаголи и также наши вещи. Погода в Москве сейчас очень меняется, да, все это заметили, но погода... Наша погода всегда остается теплой. Да, это всегда атмосфера вечернего зноя, запаха жасмина, андалузского вечера. Я надеюсь, сегодня нам удастся донести до вас. Thank you.
я иду за тобой. Кто не знает испанского, можно выйти из этого положения так, да, что все наши песни, все песни, которые мы поем, это песни про любовь, да, все тексты, все очень просто. Если кто-то захочет потанцевать и выйдет в какой-нибудь
будет свободное пространство, то я обещаю, что на этого человека не направят все прожекторы сразу, мы не остановим концерт, поэтому можно не стесняться и выходить. Thank you.
Yeah.
Следующая песня называется «La Brisa», «Бриз». И когда я сочиняла текст к этой песне, я, как приличный человек, заглянула в Википедию, чтобы знать точное определение, да, что такое бриз. И выяснилось, что это тот ветер, который днем дует на побережье, а вечером дует к морю. И это тот ветер, да, который носит вместе с собой наше прошлое, на ответы на вопросы, которые мы так и не нашли, носит до завтра, да, чтобы потом это вернуть, но ночью можно спокойно поспать. ¿Quién eres tú que me da miedo de quererte más?
Следующая песня дословно переводится как... Припев следующей песни дословно переводится как «Я влюблена», что знакомо всем женщинам в зале, я думаю. Я думаю, что для всех женщин это какое-то нормальное состояние, непрекращающееся, да? Сейчас будет песня, которую знают все. Можно даже подпевать. Thank you.
después que te comiendo к концу. Сейчас будет очень веселая песня. Кто еще не вышел танцевать, стеснялся и не может сидеть на месте, можно вот сейчас именно выйти. Это последняя возможность на сегодня. Cuando sale el sol, me despierto yo.
Сегодня с вами были Эвер Серрано, Перкуссия. Роман Мешков, бас. Эльглета, гитара. И Карина Ленинская. Спасибо, приходите на следующий концерт. Спасибо.